Чи готові ви зараз виступити? Поки що не чуємо. Я готов, готов. Так, слухаємо вас, здравствуйте. Спасибо. Сейчас я открою эту презентацию. Что-то я не вижу. Это собака. У меня что-то какие-то проблемы с этим, потому что я вот это. Ну, у вас получилось запустить демонстрацию экрана. Вам нужно теперь загрузить презентацию вашу. И так же, как вы это сделали. Так я вот это, я презентацию запустил. Тогда выберите еще раз демонстрацию экрана и выберите именно презентацию, то, что вы запустили. Сейчас, что же это? Ту-ту-ту-ту-ту. Так что оно такое? Вы знаете, я вам послал эту презентацию, может быть, это вы Секунду. запустите, а я начну говорить просто. Секунду, да, надо, так, наверное, и сделаем. Я тогда начну говорить с вашего разрешения. Да, а я поищу презентацию. Вы меня слышите, да? Андрей, да. Так заверши, может быть, заверши экран, просто закрой, а перезапустит опять заново. Ну, я вот что-то тут это. Сейчас, секунду. Разрешите, я тогда начну говорить просто. Чтобы зря время не терять. Так, я думаю, що краще без презентації, як не говорити. Ще. Давайте поки без презентації. Значить, я тоді, з вашого розрішення, починаю. Значить, ну, Віктор Михайлович, по-видимому, був, значить, як сказав от Норберт Вінер, книгу таку написав, що я математик. Хоча, звісно, Віктор Михайлович, значить, предложил и разработал, и разрабатывал, значит, новое направление теоретической кибернетики в системном анализе. Последний раз я видел Виктора Михайловича осенью 1981 года на юбилейном банкете Ивана Матвеевича Виноградова. Виноградову 80 лет было тогда. Значит, как я туда попал, значит, в 1974 году Виктор Михайлович меня послал на стажировку в математический институт Стеклова в отдел Виноградова. Виноградов был директором Стекловки. Значит, ну, и когда вот пришло в 1981 году приглашение Виктору Михайловичу на вот юбилей 80-летия Виноградова, меня вызвал Василий Васильевич. Это референт Виктора Михайловича Глушкова, и он говорит, вот поезжай на конференцию, там вот представишь, ну и дал мне все эти материалы. Ну я там, значит, был, там в отделе был, и потом там было это приглашение на банкет. Ну вот, значит, Виктор Михайлович, он сидел рядом с Иваном Матвеевичем Виноградовым, он тогда был в больнице. Ну, в смысле, в Кремлевской больнице, но вот специально как-то вырвался или отпросился, значит, вот, и поздравил своего друга, значит, Ивана Матвеевича. Значит, ну, вот Виктор Михайлович себя очень вел, так сказать, подвижно. Ну, он, наверное, самый такой энергичный был среди, вот, так сказать, участников банкета, но он, я вот как посмотрел, сравнил, как, ну вот, как его видел раньше, он очень похудел, был очень худой. Значит,
Ну вот я начну, собственно, вот с этого фундаментального результата Виктора Михайловича. Это по теории локально-компактных групп. Значит, он доказал обобщенную гипотезу, проблему Гильберта. Ну, так грубо говоря, чтобы вас не нагружать. В общем, это связано связь вот локально-компактных групп, ну, где там никакой аналитической структуры вообще нет, с группами Ли, которые такую структуру имеют. Ну, а группы Ли, они как, откуда появились? Из дифференциальных уравнений. Это вот Ли, норвежский математик, он извините, пытался вот применить теорию Гала к дифференциальным уравнениям. И вот это вот его, так сказать, вот эти наработки фундаментальные, они в такую теорию развились. Теория групп Ли. Есть еще программа, была программа, значит, Клейна о применении групповых методов в математике, что всю математику, в принципе, можно на такой основе строить. И вот это вот, значит, такое фундаментальное направление, которое, значит, вот Виктор Михайлович, значит, освоил и получил там фундаментальный результат, оно, значит, вот относится к таким вот связи локально-компактной группы, групп Ли. И, значит, тут сразу открываются связи с теоретической физикой, где группы алгебры Ли там важны, и с динамикой. Вот там, с какой работой я хорошо познакомился, это вот такой Йозеф Сцензе есть, ну дай бог еще есть, вот венгерский математик известный. Он как раз использовал результат Виктора Михайловича, вот это из работы «В успехах математических наук» 1957 года, извините, для там исследования транзитивных действий групп Ли. Ну, это связано, в общем-то, с динамическими системами. Сам Сцензе, у него есть и работы по теории относительности, вот и по динамике. Значит, вот когда, ну, еще вот в университете, мой учитель по университету, Леонид Николаевич Веденский, он, значит, сам он ученик Шафаревича, но он, нам, мы были ученики, так сказать, формально числились на том, что называется сейчас компьютерная, компьютерной науки, то он предложил нам, значит, мы на семинаре разобрали работу Виктора Михайловича Гушкова там о применении, вот, у меня там ссылка есть, вот, статья, в общем, применение автоматов там для микропрограммирования. Это фундаментальная работа, потом из нее выросли там вот и результаты Цейтлина и Тичевского, ну и других авторов. Значит, ну это вот очень кратко такое о, так сказать, применении для программирования, для микропрограммирования. Значит, работы Виктора Михайловича вот в этой фундаментальной книге «Безбумажная информатика» – это, ну, вот, так сказать, такая основа для, ну, вот, развития информационных систем, систем онтологии, онтологических баз данных. Значит, ну и, конечно, вот, искусственный интеллект. Я, собственно, вот этим больше всего заинтересовался. Это вот работа Виктора Михайловича 1968 года, значит, там автоматизация исследований математики. Он предложил, значит, алгоритм очевидности, ну, чтобы, так сказать, проверять результаты, так получать новые результаты. Значит, вот первым столкнулся, так сказать, с этой задачей, ну, тут упоминали Анатолий Александрович Стоуней. Ему Виктор Михайлович поручил проверить работу
Андрукевича по некоммутативным алгебрам. Ну, это и сейчас такая неподъемная работа, наверное, потому что даже системы компьютерной алгебры, они некоммутативные структуры не очень-то. И вот, ну вот, Виктор Михайлович, Анатолий Александрович, они, так сказать, там кое-что, ну, пробили все-таки на основе вот этих компьютерных вычислений, значит, вот. Виктор Михайлович был оппонентом докторской диссертации Андрукевича. Потом из этого выросла, ну, во-первых, вот эта система, значит, в отделе 100 разрабатывали этот алгоритм очевидности. И по, вот эти вот наработки, по-видимому, которые и при проверке этой некоммутативных алгебр, они легли, наверное, в основу вот математического обеспечения ВМИР-2. Потому что там вот эти вот все применить подстановки, все, которые, в общем-то, расширяют коммутативную алгебру, то некоммутативно есть там. Вот, ну вот это вот, а сам алгоритм очевидности, он, так сказать, его надо было дополнить. Я вот, ну, предложил Виктору Михайловичу, Царство Небесное, он согласился, что надо там туда еще и, так сказать, добавить вычисления. Потому что сам алгоритм, он, очевидности, он сначала имел чисто логическую такую структуру. Логической структурой занимались тогда очень вот этим в Ленинграде, там была такая группа ТРЭПЛО, теоретические основы эвристических оснований логических, теоретические, ну вот это там эвристические основы вот этих логических оснований математики, вот там Шанин, Маслов, Матиасевич, значит, они разработали вот такую систему и обратный метод восстановления выводимости. Ну, элементы его, потом его, значит, использовались и в алгоритме очевидности, который вот разрабатывался. Ну, я там в этом, так сказать, вычислениями дополнил и немножко, собственно, базы данных. Там была не база данных, даже база знаний. Была разработана база знаний по теории коммутативных формальных групп. Значит, после того, как Виктор Михайлович уже фактически отошел от такого активного исследования локально-бикомпактных групп, он прореферировал, кажется, 7 работ по теории формальных групп, причем фундаментальных работ, это работы Дидоне и Лазара. Ну, Дидоне, наверное, все слышали, это член группы Бурбаки был. Ну, Лазар тоже выдающийся француз. Вот их прореферировал Виктор Михайлович Глушков, причем эти работы у Дидоне на английском и на французском, ну, у Лазара в основном на французском языке. То есть вот это показывает кругозор Виктора Михайловича как в смысле математика, так и в смысле, так сказать, осваивания вот языков. Ну и, значит, я, наверное, уже время заканчивается мое. Значит, ну еще вот что... Значит, вот в книжке «Введение в ОСУ», значит, там большое внимание уделено вот, так сказать, динамическим системам, потому что, ну, это, так сказать, ну, в принципе, любые системы, они являются в том или ином смысле динамические, там, непрерывные, дискретные, дискретно-непрерывные. И вот, вот это вот формальные группы, они как раз дают возможность вводить вот эти групповые структуры и динамику на, в принципе, очень широкий класс объектов, которые, вообще говоря, изначально
Вроде там никакой структуры нет. Но сама формальная группа – это просто это те аксиомы групповые, которые, ну вот, а раз там есть вот эта транзитивность, то, значит, вот эта динамика и есть. Вот. И, значит, в этом направлении тоже вот, значит, вот, подготовлено было там пару книг. Да, еще надо сказать вот что, значит, вот работа Виктора Михайловича по вот искусственному интеллекту, она еще получила продолжение вот в разработке, вот тут много сегодня упоминалось, онтологии. А есть еще, так сказать, ну, сетевые онтологии, веб-онтологии, semantic ontologies. И, значит, вот здесь как раз основа, ну вот, как одна из основ этого, это является алгебра. Причем, значит, и вот там, оказывается, можно теорию категорий применять. Значит, у Виктора Михайловича в работах он вот эти категорийные конструкции применяет. Вот в 1957 году это проективные пределы, индуктивные пределы, это фактически такие категорийные конструкции. И вот это вот можно продолжать и развивать, вот, значит, для, вот, так сказать, нового направления онтологии, так сказать, интегрировать это и, значит, динамику, и базы знаний, и вот, собственно, вот это распознавание, ну, это все сейчас и делается, но вот эти вот, все эти направления в той или иной мере, значит, поддерживались и развивались Виктором Михайловичем Глушковым. Ну, Царство ему небесное, спасибо, что он был. Спасибо за внимание.